Сколько томов «Войны и мира»? 3, 6. А есть варианты? 4, 8, 12. 12. Хорошо, подпишись. Где учился Александр Сергеевич Пушкин? Городском. Ой, просто в лицее номер 1. Лицей номер 1. А что, ты хотела сказать где? В Брянском. Что ловил Доримар в болоте из «Золотой ключик»? Лягушек. Куда он их ловил? Ой, пиявок. Он использовал их в своих лечебных целях. Ты молодец. Вы тоже. Сколько раз ходил старик к морю о сказке о золотой рыбке? Так, ну первый раз нужна была изба, потом садьба, потом она еще больше стала. 4 раза. Потому что... У разбитого корыта так осталось. Да, потому что 2 раза не хватило до 6. Подпишись. Как звали возлюбленную в рассказе Руслана? Так, тоже первый раз слышу. Руслан, это что за рассказ вообще? Так, вот я тоже сейчас скажу, что я тоже это первый раз слышу, потому что я учился в Беларуси, но вот ты же в России, да? Да. Здесь-то просто все отвечали. Это самый был сложный вопрос, оказывается, самый легкий. Какая ягода самая большая? Арбуз. Бля, это все знают. Это... У какой птицы нет крыльев? Вот и все. Это не пингвин. Это не пингвин. Хорошо, следующий вопрос. Какая птица не имеет крыльев? Есть варианты. Киви, пингвин или утка? Пингвин. Отлично, потому что у него ласты. Да. Подпишись. Сколько букв в русском алфавите? Ну ладно, считать не буду. Ну как думаешь? Я думаю, 33. Это без мягкого знака? Я не помню. Сколько хромосом у человека? Мне кажется, одна у меня лишняя. Честно говоря, не помню. 24. Пары или просто? 24 пары. Нет. Ну, я жду от тебя ответ. 18. Что, пар? Да. 18 пар хромосом. Следующий вопрос. Подпишись. Как нужно назвать ребенка, чтобы испортить ему жизнь? Артем. Почему Артем? Там ужасное имя. Все мальчики с этим именем, извиняюсь. Запикали. Артем, прости нас. Сколько зубов должно быть у здорового человека Артема? 36. Сколько хромосом у человека? 47, да. Но мне кажется, мне поменьше. Тебе подсказали? Нет, я знала. Что 47? Ну или 46. Не помню, пускай будет 47. Что-то в этом. Зачем ты ей подсказал неправильно? Чему равно пи? Нет. Хорошо. Когда была Вторая мировая война? 1941-1945. Держи шоколадку. Спасибо. Что ты скажешь? Что надо получше учиться. Подпишись. Когда была Великая Отечественная война? 1941-1945. Держи шоколадку. Спасибо. Как расшифровывается СССР? Союз социалистических республик. Советский Союз социалистических республик. Держи шоколадку. Что ты скажешь?